Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Я долго думала, что же снять. Мама предлагала торт, потому что торт уже был дома. Мама приготовила обалденно вкусный тортик. Но мне захотелось снять то, что я хочу покушать, потому что сегодня у меня день рождения. Огромное спасибо всем за поздравления. И сейчас я загадаю желание. Надеюсь, что оно исполнится до следующего моего дня рождения. Готова. Готова. Вы знаете, в прошлом году я загадывала себе квартиру. Получилось! Фартануло, как говорится. У нас сегодня очень много бургеров всяких разных. Биг Тейсти, МакЧикен, просто сырный, обычный чизбургер, двойной чизбургер, или как он правильно называется. И взяла горячий кофе. Слава богу, в этот раз не разлили, обычно он у меня в кашу превращается. Давайте приступим. Вот с этого начнем. Оказывается, там можно выбирать в Макдональдс. Прикиньте, я только сейчас узнала, что из бургера можно убрать, например, лук, если ты не любишь лук. Я раньше постоянно мучилась, не знала, что это можно просто ликвидировать. Зашла в приложение перед тем, как зайти, я такая думаю, только бы бесплатная доставка. Только бы бесплатная доставка. И что вы думаете? Захожу в Макдональдс, бесплатная доставка на мой день рождения. Я такая, вау. Спасибо огромное за теплые слова, за хорошие комментарии. Честно, мне очень приятно. Я рада, что у меня есть такая аудитория. Действительно добрая, доброжелательная. Особенно на моем бумажном канале. За всю историю создания канала, то есть за 2 месяца, не было ни одного негативного комментария. Ни одного, я просто в шоке. Только одна девочка написала, ты украла идею. Это с лучком. Там я забыла указать, что лук не добавляйте. Вообще работники Макдональдса очень оперативно все делают. Так смотришь, молодые парни, молодые ребята. Молодцы. Как команда работает. Когда я жила в Саратове, у нас был всего один Макдональдс, он был на проспекте. Не знаю, как сейчас там ситуация изменилась или нет. А здесь на каждом углу есть Макдональдсы, на каждом углу есть KFC. Очень много ресторанов, не знаю, всяких заведений, и это безумно удобно. У меня сегодня вышел влог, что мне подарил парень. Он сам меня спросил. Говорит, что ты хочешь? Вот что ты хочешь, я тебе это и куплю. Чтобы потом не было там разногласий, мне не понравился подарок и так далее. Я решила купить канцелярию. Я вообще такой человек. Даже если, например, мне предложат купить супердорогой какой-то телефон, мне будет как-то стыдно. Но когда человек ничего не делает, меня это тоже раздражает. Какая-то двоякая ситуация. Сегодня мы не собирались отмечать, да и не собираемся. Все сегодня мне звонят, все. Да, папулечка. Да, папулечка. Да, сегодня день, когда у тебя родилась дочка. Забыла, о чем хотела говорить, о чем хотела рассказать вам. Это с лучком.
В общем, два таких бургера не с лучком. Эх, давайте вот этот, что ли, сырный. Это тост с сыром. Тут подготовила вопросы. Милана задает вопрос. Милан, тебе огромный привет. Сколько процентов вещей из своей жизни ты рассказываешь на камеру? Многие, может, думают, что 100% того, что происходит в жизни, я рассказываю, но на самом деле нет. Не все я рассказываю из каких-то этических соображений. Какие-то конфликты с парнем, например, я не рассказываю. Если вы думаете, что их нету, вы ошибаетесь. Они есть. Разные моменты. Какие-то конфликты могут быть у мамы с бабушкой. Я не рассказываю такого. Много чего я не рассказываю на видео. Я всегда стараюсь рассказывать то, что касается чисто меня. Я пошла, меня где-то обманули, например. Что-то мне не понравилось. Я вот это вот все рассказываю вам. Например, если подруга рассказывает мне какой-то свой секрет, это не значит, что я сижу и вам рассказываю, а вы знаете, уже ли произошло такое? Естественно, нет. И когда люди иногда пишут в комментариях, что как ты находишь темы, для меня это удивительно. Вы, например, сидите в кафешке с подругой. Вы же не записываете на листочек темы, которые вы будете обговаривать. Как-то разговор сам по себе клеится. У меня то же самое. У меня такое ощущение, что вы тоже там с какой-то булкой сидите, и мы с вами обсуждаем. И иметь аудиторию – это офигенно. Любая проблема, о которой ты говоришь, реально столько грамотных, умных людей, вот я абсолютно искренне вам это говорю, когда я делала уколы в десна, там девчонки писали в комментариях, что это уже неэффективно, ученые доказали, что это уже неэффективно. Я думаю, ерунду пишут люди. А потом оказалось действительно так. Этот стоматолог мне сказал, что эти уколы в десна, это давно уже устарело, так уже никто не делает. Какой-то совет, там, не знаю, какая-то подсказка. Единственное, меня обижает, когда в комментариях пишут, ты, наверное, придумала эту историю. Блин, я вам рассказываю эту историю, через год я ее рассказываю еще раз. В тех же подробностях, как я запомнила. Просто пару раз я рассказывала истории, скажу вам честно. Я говорила, что эти истории произошли с моими знакомыми, но на самом деле это произошло со мной. Вот такое вот 2-3 раза было. На это тоже есть причина, почему я так сказала. Я безумно счастлива, что у меня есть канал. Любая проблема. Элементарно, я рассказывала про своих квартиросъемщиков. Столько людей написали, что давайте мы будем снимать у вас квартиру. Мы как раз ищем в этой зоне квартиру. Мне было это очень приятно. Пока что, кстати, от моих квартиросъемщиков ни слуху, ни духа. Кстати, папа, когда приезжает, он хочет посмотреть на мою квартиру. Я папе говорю, это некрасиво по отношению к квартиросъемщикам. Люди сняли квартиру, не чтобы там проходили смотрины.
например, я бы сняла бы квартиру, мне было бы неприятно, если кто-то приходил и смотрел. А, вот это моя квартира, папа, смотри. И так далее. Поверьте мне, если вы меня смотрите, значит, у нас с вами есть что-то общее. По-любому есть. И, возможно, если бы в жизни мы с вами бы встретились, может быть, мы с вами даже подружились, были бы лучшими подружками. Абсолютно искренне вам говорю об этом. У меня, например, с Жоли так случилось. Жоли всегда смотрела мои видео. Потом так получилось, что через Айсель она со мной познакомилась. И вот сейчас войс на войсе. Все свои проблемы во всех подробностях, со всеми тонкостями. Я отправляю войсом Жоли. Где-то 5 минут войс. Я говорю, вот так вот произошло. А там вот это и это. То досконально все. И она также мне. Вы знаете, у меня с каждой подружкой есть какие-то общие моменты. Вот с одной подружкой я могу посплетничать, например. С другой подружкой, не знаю, походить погулять. Например, у меня есть подружка Саадат, с ней, например, вот такие темы не поболтаешь. Самый трэш, самый зашквар, например, произошло что-то. Я обсуждаю Жоли. То есть вот пример, например, была подписчица, стала подружка. Вот реально, даже я как друг, мне кажется, не настолько хороший, как Жоли. Жоли меня постоянно зовет, пойдем сюда, пойдем туда. А мы там с мужем идем посмотреть на ламов, пойдем вместе. Всегда меня приглашает, реально. Я просто немножко такой домосед, я хочу купить себе тачку. А потом гонять такая, знаете, везде на своей тачиле. Столько у меня планов, столько желаний. Накопила на машину, например, теперь хочу другую. Мне кажется, с таким темпом я никогда не куплю себе машину. Накопила какую-то сумму, теперь хочу машину в два раза дороже то, что стоит. Какой-то белый салон такая, типа... С другой стороны, для меня самая главная мечта в жизни, знаете, в чем заключается? Быть независимой от работы. Сделать так, что если меня уволят с работы, если у меня закроется YouTube, у меня был какой-то источник дохода. Мне не нужны миллионы. 1100 рублей. $1500, чтобы приходили. Мне больше не надо. Я на $1500 выживу. Я могу спокойно жить, покупая одежду Шейна. Кстати, где мой заказ? Они офигели? Блин, девочки, как я задралась с Алиэкспрессом. Я вам рассказывала или нет, не знаю. В общем, папа захотел часы. И папа захотел телефон. Папа захотел чехол на телефон с Алиэкспресс. Я сказала, окей, подожди, я сама тебе все закажу. Заказала, доставку сделала. Россия, Саратов. Я думала, что самая ужасная почта у нас, но оказалось нет. Россия, вы выигрываете. Прикиньте, что чехол вообще не отправили. А часы... Отправили, но на почте даже не позвонили, не сказали, что вы знаете, вам тут пришли часы, придите, заберите. Что это такое? У нас такого нет, у нас 500 раз звонят, что ну что ты пришел, ну когда ты придешь, здесь твоя посылка, ну что? Мне подождать тебя?
А там, прикиньте, я не знаю, во всех городах так, или именно я попалась, нарвалась на ту почту, которая работает не очень хорошо. Напишите в комментариях, вам что, не звонят с почты? Как не звонят? И, в общем, что сделали работники почты? Так как часы были дорогие, они отправили эти часы обратно. Подождали, не знаю сколько, месяц, наверное. У меня папа тоже, он не всегда в Саратове, иногда он в Москве, иногда он в поездках и так далее, у него работа такая. И, короче, никто мне деньги тоже не вернул. Очень безответственно Алиэкспресс относится. Раньше я обожала Али, все заказывала там, но сейчас настолько я задралась. В общем, ни чехол, ни часы мы не получили. Чехол так и не отправили где-то. Либо где-то застряла посылка, либо ее изначально вообще продавец не отправлял. И время, чтобы открыть спор, уже истекло. То есть ни денег, ни товара. Короче, прошло потом где-то полгода. Я решила опять рискнуть и сделать заказ. Просто товар, который я хотела, его нету нигде. Есть только на Али. Я решила заказать там. Ну, недорогой, на 7-8 долларов товар. И что вы думаете, посылка застряла. Последние уведомления были 17 ноября или октября. И все, посылки нет. В общем, не знаю, я прям задралась. Мой кофеечек закончился. Но у нас с вами есть еще айс-ти. Не спрашивайте в комментариях, сколько мне исполнилось. Я не скажу. Потому что у меня есть комплекс насчет моего возраста. Мне все всегда говорят, что ты выглядишь старше своих лет. Когда я слышу это, мне безумно неприятно. И даже когда в комментариях мне пишут, я бы тебе тридцатку дала. Мне очень неприятно. Поэтому либо рядом со мной очень тактичные люди, либо действительно я выгляжу намного старше. У меня двоюродный брат, с которым я работаю, но 18 лет старше меня. И вы знаете, мы выглядим с ним как ровесники. Когда мне было лет 16, кто меня не видел, все говорили, я тебе 25 дам. Вот с тех пор у меня этот комплекс. Поэтому лучше всего про свой возраст я просто промолчу. Вкуснотища, конечно. Поэтому даже не спрашивайте, сколько мне лет. Сейчас смотрю в ТикТоке. Девушка говорит, мне 45, а я выгляжу на 18. И реально смотришь, ну, не на 18 она выглядит, где-то на 35 она выглядит. Заходишь в комментариях, да я тебе 60 дам, да я тебе 50 дам. Где ты там молодо выглядишь? А девушка реально выглядит очень хорошо для своих лет. Кто-то там пишет, ой, с фильтрами все мы красивые. Я смотрю на таких женщин. И понимаю, что, наверное, в их возрасте я буду выглядеть, как моя бабушка 90-летняя. У меня, кстати, отец очень молодо выглядит. И всегда, когда папа брал маму с собой на корпоративы какие-то, маме всегда задавали вопрос, вы, наверное, старше своего мужа?
И мама такая, нет, на 7 лет младше. И я такой, понятно. Или папе говорят, у вас на Кавказе обычно женятся на совсем маленьких девочках, по 18 лет. Ты что, взял старше-то себя? Мои родители поженились, когда маме было 22, наверное, где-то. Папе сколько получается? 29, наверное. То есть родители тоже не супер рано женились. Я вообще не за ранние браки. Нужно сначала как-то состояться, отучиться, найти работу, потом уже создавать семью. Или просто, например, требования, которые я предъявляла к кандидату в свои мужья тогда и сейчас, кардинально разные. Ну что, я наелась. Видео уже 27 минут, прикиньте. Этот бургер уже съем, когда буду монтировать. А здесь с лучком. Я забыла указать, что не надо лук добавлять. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка.